Дорогие мои рукодельницы, приглашаю вас на курс Knitstyler, на котором мы с вами научимся делать выкройки для вязания. Если вы любите нестандартную одежду, не как у всех, но не обладаете навыками дизайнера, скорее всего, вы ищете схемки и описания по интернету. А вы знаете, что эти изделия могут не подходить к вам ни по размеру, ни по типу фигуры? Это значит, что любую найденную схемку или описание придется корректировать под себя. Но если вы владеете программой построения вязальных выкроек Knitstyler, вам достаточно один раз завести свои размеры в программу и при создании нового изделия всего лишь корректировать выкройку, передвигая контрольные точки. Вам не надо будет каждый раз делать перерасчет изделия под новую пряжу. Вам не надо будет каждый раз выполнять новую выкройку для каждого нового клиента. Все это за вас делает программа Knitstyler. Вы только посмотрите, какие изделия вяжут наши ученицы всего лишь через 5 уроков после начала изучения курса Knitstyler за 5 дней. Эту программу проходят ученики мастер-группы 3-го курса, чтобы перестать тратить время на рутинные ручные расчеты и уделять больше времени вязанию, а не подготовке. Вы оцените сложность модели, которую вяжут после прохождения теории. На построение любой выкройки из того, что вы сейчас видите, уходит не более 15 минут вместе с расчетом. Кстати, каждый раз на каждый новый курс мы вяжем новые изделия. Джемпер-уголки, майка-трапеция, майка-черничный смузи, безрукавка-паутинка, джемпер-брусничный и теперь летняя футболка оригинального кроя, которую вы видите на мне. Ее будут вязать и свяжут все участники после изучения теории. Курс стартует 7 июня. И если вы не попадаете на живой поток, вы всегда можете пройти курс и научиться вязать такие сложные разрезные изделия с персональной поддержкой. Все подробности под этим видео.